Выбор главы государства – это ответственная гражданская позиция каждого человека. И этот выбор мы делаем не просто так, лишь бы было, а мы выбираем уверенного человека, за которым будущее нашей страны, наших людей всех, ну и самое главное, наших детей. Мы хотим для них светлого и доброго. Для этого очень важно прийти и в бюллетене поставить свой выбор. Я с тех времен советских человек и понимаю, что если мы этого не будем все делать дружно, то и нас не будет. Это наша жизнь. Сегодня и завтра. И от этого зависит все. Почему важно ходить на выборы? Ну, таким образом мы показываем, что мы как бы народ весь вовлечен в жизнь нашей страны в целом. То есть и из-за этого как бы действительно очень важно приходить на выборы каждый раз, когда это необходимо. Ну, потому что я хочу надеяться на лучшее будущее своих детей, своих внуков, ну и в том числе и свое. Поэтому я пришла и проголосовала. Как вы думаете, все должны ходить на выборы, не оставаться дома? Я думаю, что все. Все должны делать свой выбор, чтобы у нас все было хорошо в нашей стране.